15-й школе сегодня произошло ЧП. Один из учеников распылил перцовый баллончик в раздевалке спортзала. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области, 7 детей попали в больницу. По предварительной информации, когда ученик 5 класса распылил аэрозоль, дети, находившиеся рядом, почувствовали недомогание и затрудненное дыхание, на что пожаловались работникам школы. Как пояснили в региональном Минздраве, после осмотра медиками пострадавшие доставлены в детскую больницу. В реанимационно-анестезиологическом отделении находятся двое детей, пятеро госпитализированы в педиатрию. Все школьники находятся в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося инцидента правоохранители уже начали проверку. С несовершеннолетним будет проведена профилактическая беседа с присутствием законных представителей. Несовершеннолетний будет поставлен на профилактический учет. Родители будут привлечены к административной ответственности. При проведении проверки нам будет дана оценка исполнению законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.